Валентина Харитоновна живет в Степном уже 50 лет. Раньше поселок был военным, но часть ушла, а 1300 человек остались жить в нем дальше. Здесь все друг друга знают и дружат. Наверное, потому сегодняшний праздник получился душевным, будто в кругу семьи. Праздник очень хороший. Вы знаете, такого праздника, по-моему, не было у нас. Вот настроение, я вам скажу, у меня действительно праздничное. Я 20 лет не танцевала, а тут я вышла и танцую с детками вместе. Праздник организовала омская мэрия, а жители степного поселка к нему загодя готовились. Подростки, например, убирали территорию. У нас организовывается зеленый десант, вот, полностью очищаем территорию. После этого назначаем день, потому что это обычно в вечернее время уборка территории проводится. Назначаем день, и мы организовываем чаепитие. Дети пляшут под аккомпанемент приезжих артистов, поглощают сладкую вату с газировкой и прыгают на батуте под присмотром вождя. Здесь, в 14 километрах от центра Омска, время как будто замерло. Очень удобно, что рядом с домом, как бы на нашей центральной площади, что не надо никуда ехать, как бы, ну, в городе, как бы, естественно, как бы тоже хотелось бы побывать на праздниках. Ну и рядом с домом тоже очень приятно, что вот так вот организовали нам такой праздник. Выехать в центр нужно непременно, призывают в мэрии. Главные праздничные гуляния развернутся на Омской крепости и впервые на площади у арены Омск. До горожан выступят группы «Градусы», «Серебро» и «Полина Гагарина». А после концерта всех ждет роскошный салют на обеих площадках. Анна Рыбина и Максим Баринов, Антенна 7.